Что делать, если застройщик, который не достроил многоквартирный дом, начал процедуру банкротства? Если дом почти достроен, то шансы остаться без квартиры либо без денег маловероятны, поскольку действующее законодательство предусматривает как страхование ответственности застройщиков, так и фонд, компенсационный фонд. Этот фонд является государственным. Бывают случаи, когда граждане, заключая договор долевого участия в строительстве, не сразу оплачивают стоимость квартиры. В этом случае возможны сложности, поскольку, не оплатив полную стоимость квартиры, вы не можете претендовать в рамках банкротного дела на всю квартиру целиком. И здесь могут поставить вопрос о том, чтобы эту квартиру включить в конкурсную массу, из которой будут удовлетворяться требования кредиторов в той очередности, которая предусмотрена законодательством. А ваше требование на получение назад тех денег, которые вы оплатили, оно будет включено в реестр требований кредиторов, и вы будете наряду с другими кредиторами получать эти денежные средства. В случае, если денежные средства дольщик не получит в рамках дела о банкротстве, то, обратившись в государственный компенсационный фонд, эти денежные средства будут выплачены. Если застройка осуществляется с нарушением срока строительства, одновременно можно обратиться с требованием к застройщику о выплате неустойки за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию и передачу по договору долевого участия в строительстве. Факт неоплаты квартиры не лишает права обратиться с таким иском. Одновременно можно потребовать выплаты штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, которое составляет 50% от суммы иска, которая присуждена потребителю.